Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы с вами стяжем свитер в одном размере, оверсайз. Такие уютные, теплые, зимние оверсайз. Вы сможете, конечно, вырезать горловину, если хотите, именно такой джемпер, теплый такой, прям под горло хороший, основательный. Но я же буду вязать так, без горловины. Значит, что я буду... Почему в одном размере? Потому что оверсайз. И потому что этот размер легко скорректировать на себя. Сейчас я вам все расскажу, буду объяснять. Значит, у меня будет 65 сантиметров ширина, достаточно широкий. Пряжу я буду использовать Alize Angora Real 40. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца «Турецкая пряжа». Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда. То есть, чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Instagram. У кого нет Инстаграма, под видео есть электронная почта, Viber, WhatsApp, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести. Не только в Украине. В Украине я как бы рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется. Так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно, можно то просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками. Все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Составе, что метраж у нас 480 метров в 100 граммах. И вязать я буду в два сложения. Цвет мой именно 40. Вот состав, потому что часто спрашивают цвет, номер цвета, каким я вяжу. 60% акрил и 40% шерсть. Вот. Прошу вас, конечно же, оставить отзывы об этой пряже, чтобы девчонки видели. Можно заменить на любую пряжу примерного метража, либо половины, так как я вяжу в две нити, то есть 240-250 метров пряжа вам подойдет вполне себе. Вот, вяжу два сложения, это я распустила образец и уже отсюда начну. Спица у меня 5 миллиметров. Так, и набирать количество петель. Давайте по плотности. Значит, по плотности у меня 10 петель в 10 сантиметрах, что очень-очень удобно считать. То есть одна петля этой пышной резинки, основная вязка пышная резинка и косы. Вот, косы схема на косу. Вот я вам сейчас поставлю. Вот. Что еще? Значит, так, и вот этот вот узор, который идет по центру, он у нас 10 сантиметров, а в нем 23 петли. То есть, как я посчитала, я это вам говорю для тех, кто будет считать на другой размер. Вот, значит, я окружность у меня 130 сантиметров, от которых я отняла 10 сантиметров, которые у меня уходят на вот этот вот центральный узор, и у меня осталось 120 сантиметров, что равно 120 петлями. Вот и все. То есть количество петель у меня 143 петли всего, включая узор.
Так. А теперь вот у меня... Вот, хорошо, что я вспомнила. Девчонки, 121 петля, потому что нам нужно начать с лицевой и закончить лицевой. А обязательно общее количество у нас должно быть четным. Здесь у нас 23 нечетные, вот сейчас мне это дошло. И здесь у нас 121 нечетные, потому что, значит, у нас 144 петли, потому что я вам сейчас все покажу. И нечетным оно не может быть, так как мы вяжем резинку 1 на 1. То есть добавляйте одну петелечку, если у вас получается нечетное число. Значит, я сейчас набираю 144 петли. Так, я набрала 144 петли. И теперь я набираю одну 145-ю. Сейчас покажу, для чего. Здесь мне нужно сделать узел, чтобы зафиксировать эту последнюю петлю. Так, теперь мы соединяем все кольцо. Смотрим очень внимательно, чтобы ничего нигде у нас не перекрутилась. Вязать мы будем без швов круговую, вот так вот. Так, теперь мы переснимаем последнюю петлю на вот эту вот спицу, на левую, и через нее протягиваем первую. И на спицах у нас осталось 144 петли. И вяжу я первый ряд резинкой 1 на 1, первый круг. Здесь резинку не особо затягиваете. Я думаю, вы обратили внимание, что я вяжу одними спицами, потому что потом у нас пышная резинка, и я не хочу сильно стянутого низа. Вот чуть-чуть, да, но сильно стянутого я не хочу. Поэтому спицы не меняю, а вяжу теми, которыми и основное полотно. Так, вяжу круг один резинкой. Так, провязала я один ряд, и видите, у нас получилось ровное красивое соединение. Потом я ниточку еще продену. Теперь второй мой способ, любимый, оформления края. Ссылку оставлю под видео в описании на более медленный, подробный. Я думаю, те, кто мои девчонки, те уже знают. То есть спицу мы вводим назад, заводим за вязание, подцепляем лицевую петлю. И переснимаем, и перетаскиваем наперед и провязываем. Изнаночную просто провязываем, и получается у нас красивый край. Вот так, один ряд я ввяжу таким вот образом, оформляю край, и потом 4 ряда резинкой 1 на 1. Так, провязала я 4 ряда. Вот здесь вот, где у нас нить осталось, у меня много. Сейчас смотрите, какой у нас стык получился красивый. Сейчас мы просто проденем вот эту ниточку набора, и все. Ничего нам не нужно маскировать. Видите, вот и все. Все у нас здесь очень красиво. Ниточку я увела вовнутрь. Здесь конец небольшой оставлю, чтобы он не выскочил. Так, далее, что у нас? В общем, всего у меня 6 рядов здесь, девчонки, чтобы вы поняли, 4 ряда уже после вот этого перекрута. Вот такой вот краешек получается, очень симпатичный. Теперь мы распределим петли. Вот, выделим этот узор. Отделю его маркером, чтобы вам было как бы... А, нет, подождите, еще одну петлю провяжу, потому что важно узор начать с изнаночной петли. Значит, у нас по узору и изнаночная, 9 лицевых. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9. Так,
изнаночная, лицевая, изнаночная, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 1 изнаночная. Вот, 23 петли наш узор. Я цепляю второй маркер. Все остальные петли — это пышная резинка, которая в круговую вяжется таким вот образом. Первый ряд. Лицевую петлю мы вяжем на ряд ниже. Видно? Вот сюда в дырочку под петлю. Не в петлю, а ниже. Вытаскиваем и опускаем. Спускаем эти петли. Изнаночную вяжем просто. Лицевую на петлю ниже. На ряд ниже. Я думаю, вы знакомы, многие знакомы с этим способом. Все у нас здесь, видите, лицевые и изнаночные, все совпало. Переход у нас плавный с резиночки 1 на 1 в пышную резинку. Все выглядит очень красиво, и все совпало и в том узоре. Сейчас посмотрю, покажу вам повнимательнее. Посмотрите на том узоре, там тоже изнаночные совпали прекрасно и лицевая центральная, так что все у нас очень красиво получается. Так, вот и здесь, смотрите, начали мы с лицевой петли и закончили лицевой, и все у нас красиво. Здесь у нас узор изнаночная петля. Теперь мы делаем переброс, 2 петли меняем, 3-ю, 4-ю меняем с 1-й и 2-й, 1-я и 2-я сзади вязания. Вот здесь вот надо повернуть, вот за верхнюю долечку провязать. Эти 4 петли. Все время будем так вязать. 4. Теперь 1 лицевая. Теперь наоборот. 3, 4 идут сзади. Вы можете снимать на дополнительную спицу. Как кому удобно сделать вот этот переброс. Кто как привык. Эта коса небольшая из 4 петель. Мне удобно вот таким вот образом. Вот 9 петель. Первая коса. Далее изнаночная. Лицевая. Ой, лицевая у нас патентная, лицевая у нас пышная, под на ряд ниже, девчонки. Будем делать через ряд, один ряд нормально, один ряд через, ниже. Я вязала образец просто с лицевой здесь, это некрасиво. Вот пышная резинка будет эту петлю красивее будет выглядеть. Одна изнаночная, и здесь то же самое. Переброс слева направо, 3, 4, поверх 1 и 2, 1 лицевая, переброс справа налево, 1, 2, поверх 3, 4. Так, и 1 изнаночная. Вот мы прошли круг, как бы второй, ой, это ж уже я второй начала круг, и опять мы на пышной резинке. Теперь второй ряд пышной резинки вяжется таким вот образом. Лицевая у нас провязывается просто лицевой, а изнаночная провязывается на ряд ниже. То есть вот таким вот образом. Лицевая просто провязалась, изнаночная не классически нормально в петлю, а на ряд ниже. И так до конца ряда, ну, до конца этой пышной резинки. То есть, и в дальнейшем чередуем. Один ряд так, один ряд так. Оно будет видно, девчонки, что вот этот, видите, как бы провязано, видно, что оно провязано в предыдущий ряд. Вот такое вот, как бы уплотнение на петле висит. Не знаю, как объяснить так, чтобы вы не, как бы, не писали, не заморачивались. А вот здесь вот видно, что здесь этого, видите, вот здесь петля как бы
на петли уплотнения, а здесь на петли одна ниточка. Значит, здесь, где одна ниточка, нужно провязывать под петлю. А там, где вот уплотнение, видно, что здесь две нити, то там мы провязываем просто. Это просто объясняю для того, чтобы вам было как бы понятно, ну, то есть вы сразу началась вот это, вы уже знаете, вы видите, что вам вязать на ряд ниже, лицевую или изнаночную. Если, допустим, в поворотных рядах это просто определяется, потому что там вяжется только лицевая под ряд, как бы на ряд ниже, то здесь же нам нужно в круговом вязании чередовать. Поэтому вот так, таким вот образом вы, как бы обращая внимание, вы легко поймете, что петлю, которая одиночная, вот здесь вот, вот это вот, я имею в виду, вот это вот, ту надо вязать на ряд ниже, чтобы сделать ее двойной. А вот это вот, смотрите, здесь она не одиночная, здесь ниточки одна, и вон, видите, вторая. Значит, эту вяжем мы обычно, ну, просто. И вот так вот вам будет легко и понятно. Так, что касается косы этих жгутов, то у нас круговое вязание, поэтому сейчас мы три ряда вяжем как первый, и потом снова делаем вот этот вот жгут, и опять три ряда вяжем как первый и делаем жгут. Все, тоже все очень просто, по сути, два ряда. Либо мы вяжем по узору, либо мы делаем жгут один раз в четвертом ряду, то есть через три ряда. Все, таким образом вяжем вверх, уже сейчас под сериальчик, наслаждаемся процессом, ни о чем не думаем, во всяком случае на данном этапе до проймы. И сейчас очень важная информация. Вот смотрите, я не могла не доснять кусочек. Что у нас происходит? У нас происходит то, что у нас два разных узора и несоответствие как бы его масштаба, или как это объяснить. То есть этот узор у нас вытягивается в высоту, этот в высоту как бы стягивается. Что я делаю для этого? Во-первых, при ВТО потом, конечно же, этот узорчик мы вот так вот раздвинем в стороны, тем самым уменьшится высоту, а этот узорчик мы будем вытягивать вверх вот таким вот образом, чтобы сравнять эти две, как бы, две структуры разные. Еще что я делаю при вязании, вот спицы можно было бы, казалось бы, взять для вот этой вот плотности побольше, но что я делаю? Я при вязании, вот когда у меня вот эти вот косички, я пытаюсь затянуть, видите, туго-туго вяжу. Здесь я пытаюсь, насколько мне позволяют эти спицы, вязать туго, чтобы уменьшить эту разницу между вот этими вот разными узорами, чтобы уже на этом этапе у нас как бы мы делали все, чтобы эту разницу уменьшить и максимально как бы стянули этот узор и растянули тот узор. Вот, то есть здесь я вяжу очень туго. Вот таким вот образом. А здесь вот в этом узоре я вяжу свободно. Вот смотрите, я уже делаю большие протяжечки и вяжу как можно свободно, ну не совсем как можно свободнее, но посвободнее, вот, чтобы здесь у нас был объем, воздушность, а там коса, чтобы была стянута. Вот, то есть этим мы, конечно же, поможем подружить эти два узора, ну еще доработаем это все дело ПТО, вот. И доведем до максимально идеального состояния. Я думаю, я понятно объяснила, что здесь мы стягиваем, здесь мы вяжем свободно все.
Если бы можно было, конечно, использовать спицы и такие в круговую, то, конечно, вопрос бы был другой. Итак, девчонки, вот смотрите, провязала я 80 рядов. Вот она моя коса, тут такая прекрасная, распрекрасная, и все равно она, видите, деформирована, так что по-любому нам стиркой это все нужно выравнивать, корректировать. Значит, 80 рядов, сейчас скажу, сколько у меня сантиметров всего с резинкой, вам сейчас скажу, это до обработки, это 33 сантиметра, 33 сантиметра. Тут можете корректировать, но моя задача вписаться в 5 мотков, поэтому я так полагаю, это пока, да, ровные косы здесь. Сейчас мы просто будем эти косы уводить в сторону. Каким образом? Сейчас я все вам буду рассказывать. Значит, я что-то не то нарисовала. В принципе, то. Вот так вот у нас здесь. Вот здесь вот у нас будут добавления петель. Здесь мы идем, ничего не меняя. Как вязали мы, так и вяжем вот эту часть. То есть одну косичку и вторую. Мы продолжаем вязать. Они у нас плавно будут переходить в стороны. Сами произвольно. Поверьте мне, здесь мы будем добавлять, а здесь мы будем сокращать. Я нарисую. Здесь минус, здесь плюс. То есть и здесь у нас плюс. А здесь у нас тоже будет минус. Каким образом мы это будем делать? Минус. Отлично. Значит, о, я как раз провязала. Ну, я сейчас еще кружочек пройду сюда, и мы с вами встретимся. Так, вот я довязала до вот этой вот косы. И вот смотрите, вот эта лицевая петля, которая идет у нас вот для косички, она у нас остается. И вот это вот тоже остается. То есть перед этой, вот она, лицевая петля, перед косой, перед ней, перед этой лицевой петлей, мы вяжем 2 петли вместе изнаночные. Вот. Мы всегда будем эти петли провязывать вместе изнаночные. Здесь у нас, я вот эти маркеры уже снимаю, в принципе. И вяжем косу по узору, как там у нас приходится. Так, здесь же центральная вот эта вот петля. Первый раз мы делаем из одной 3. Да, в этом ряду. Сейчас я вам покажу, как. Значит, из этой петли мы вывязываем 3. 2, 3. 3 петли. Далее косу провязываем по узору. То есть здесь у нас изнаночная. Косу мы провязываем по узору. Так, здесь у нас одна изнаночная, лицевая, как и должна быть. Так, здесь она у нас пышная, а здесь опять после вот этой лицевой мы провязываем 2 вместе изнаночные. Вот. Таким вот образом, то есть здесь мы сократили и здесь сократили по одной петле. Здесь мы добавили 3, то есть добавили 2, потому что из одной у нас получилось 3 петли. Добавлено 2, сокращено 2. То есть мы остались там, где мы были, на том же как бы количестве петель. Так, вот я прошлась кружочек, сейчас здесь, во втором ряду, то есть в четном. Нечетно мы это делаем, в четной мы просто провязываем здесь, как лежат петли. Здесь у меня 2 изнаночные. И вот эта крайняя лицевая, она всегда здесь будет. Далее. Косы по узору. Это у нас четный ряд, девчонки.
здесь изнаночная. Вот эти три петли, которые мы провязали из одной, мы провязываем лицевыми сейчас. Далее все по узору, еще вяжем круг здесь по узору. Так, вот я кружочек провязала. Сейчас я в лицевом ряду. И снова, вот тут, где у меня две изнаночные, я их провязываю вместе. Провязываю две вместе перед вот этой вот лицевой. То есть две лицевые, вот эти вот, запоминаем, не тронуты. Сокращения идут в стороны от них. Соответственно, коса уходит тоже в бок. Одна вправо, другая влево. Сейчас мы в нечетном ряду, то есть мы делаем и сокращение, и убавление, и добавление. Так, вот здесь вот. Теперь у нас вот это вот первая лицевая, она у нас будет пышная резинка, вторая будет просто лицевая. И третья тоже пышная резинка. Для чего это? Потому что вот эти центральные петли, значит, одна у нас, вот пусть она вот эта будет нарисована, она у нас будет пышной. Нет, неправильно я нарисовала. Вот, блин. Вот они, вот эта лицевая. Как бы так. А здесь у нас будет идти коса, поэтому 9 петель центральных. Мы добавляем, добавляем, добавляем. Вот это вот у нас пышная резиночка уходит сюда, то есть мы добавляем... Ой, я провязать провязала, а петли не добавила. Девчонки, мне же здесь нужно добавить петли, мы в нечетном ряду. Чё я из протяжки вывязываю одну лицевую петлю, здесь центральная у меня лицевая. Эти все центральные петли будут лицевыми до тех пор, пока... Там не наберется 9 петель. Так, я думаю, понятно. Крайние пышными, центральные лицевыми. Вот у нас уже лицевых 3 петли. Далее еще одно сокращение здесь. И потом ряд до конца. И плюс еще один ряд по узору без никаких добавлений, убавлений. Это самый такой неприятный момент. Ну да что там неприятное, все приятно, девчонки, зато красиво потом. Вот здесь у нас две изнаночные, я их провязываю вместе и вяжу до конца ряда и еще один ряд. Вот хочу вам показать, видите, вот мои лицевые петли, которые расходятся, ну, которые у меня пышные, а здесь простые лицевые, и их у меня уже 2, 3, 4, 9 штучек. Теперь у меня пришло время следующего добавления, и оно у меня будет изнаночной петлей. То есть у нас получается, нам нужно сделать вот такую вот одну косу. То есть по бокам от нее будет вот эта вот изнаночная петля, а далее идет пышная резинка. Косу мы вяжем точно так же, как и эту. Здесь у нас уже нарисовалось 9 петель, поэтому я делаю переброс. Тоже тугенько косичку вяжем. И продолжаем. Видите моих мух? А мошки летят на лампу, я окно открыла. А мошек с улицы, кошмар, караул. Какое-то нашествие, ночь на дворе. Вот здесь у нас тоже изнаночная петля. Представляете, летают себе. Как у себя дома они у меня в квартире. А здесь вот это... Так, нет, здесь ее пора уже сделать пышной. Вот так далее. Сейчас, опять же, я продолжаю все-таки, продолжаю добавлять здесь. Здесь продолжаю сокращать. Эти косы у нас расходятся по сторонам. А это вяжется одна ровно. И далее на тех петлях, которые уже добавятся за вот этой вот изнаночной, вот так как здесь, у нас пойдет пышная резинка. Провязала я, девчулечки, вот смотрите сколько. Вот так вот это выглядит на этом разрезике. Да? И пока я
останавливаюсь. Сейчас скажу в сантиметрах, сколько у меня. Так, 45 сантиметров у меня в длину. И здесь вот, чтобы ориентировочно для вас было, я добавила вот коса, изнаночная петля и из пышной резинки 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель у меня здесь добавилось в пышную резинку, здесь соответственно сократилось. Так, теперь я перехожу к рукаву. Мне нужно снять, вот эти вот спицы, оставлю на леске, потому что ими я вязала. Так, ну резинку я буду вязать, потому что мне неудобно. Я одену вот такие вот, чтобы не соскочила, толстые. Или заглушки можно, кстати, что-то я еще не проснулась. Значит, вот эту основную деталь я пока оставляю, откладываю. Так, я перехожу, значит, что нам нужно здесь дорисовать информацию. Так, и до проймы у нас здесь 45 сантиметров, то есть еще 12 сантиметров я провязала. Вот низу до проймы 45 сантиметров. Не знаю, ряды посчитать. Да, зачем? Давайте посчитаю. 57, значит 114 рядов. Здесь у нас, тут 82. Видите, 34 ряда еще довязала вверх. Так, понятно. Значит, все, оставляем на этом этапе. Мы оставляем. Это будет место присоединения рукава. И вяжем рукав. Так, я взяла спицы, девчонки, какие были, чуть потоньше. 4 миллиметра, 2,4 и 2,4,5. Вот так у меня есть эти насущные, потому что не хочу перетягивать на рукаве, как бы на резинке, это не очень удобно, леска тут такая жесткая, вот, поэтому вот так вот. Значит, я набираю для рукава, его знаю сколько, так, 44 петли. Так, давайте будем рисовать. О, боже. Так, для рукава я набираю 44 петли. 44 петли. Замыкаю в кольцо. Все точно так же, как и здесь. Только распределяю на спицы. Носочные. У меня, к сожалению, всего 4. И я буду вязать на 3, 4 будет в работе. Поэтому у меня вот так вот. Так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Если разделить на 3, то это приблизительно по 12, по 13 петель. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это 26 и
13 и 14 это 27. Чё, как я посчитала? 3, 14. Так, это примерно по 15 петель, да? 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Есть. Раз. Ой, 13, 14, 15, 14, 15. Так, и здесь у нас 15 или нет? Раз. 2, 3, 4, 5, да, 15. 15 это 30. Еще раз 15. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одна лишняя, да, я знаю. Сейчас мы ее просто оденем, чтобы у нас был ровный край. Так, смотрим, чтобы у нас было все красиво. И вот эту вот петлю последнюю мы переодеваем. Одеваем ее на первую сюда. Вернее, первую. Продеваем через последнюю. Вот таким вот образом, неудобным. Ничего, зато потом красиво. Это всего же, видите. Так, прекрасно. Есть. Теперь мы вяжем первый ряд резинкой, второй ряд вот этими перекрученными, как обычно. Ну, в общем так как делали мы здесь, все точно так же, но только резинки мы вяжем больше. Так, вяжем резиночку. Итак, девчонки, я провязала 17 рядов, это 7 сантиметров. 17 рядов это после вот этих вот двух перекрутов, а 7 сантиметров это моя длина как бы резиночки. Теперь вот он наш манжет, уже начала вязать, а заметила опять, что не снимаю. Ну, в общем, классическая у меня ситуация. Значит, далее идет распределение петель на рукав. Это у нас 9 петель косы и по одной изнаночной сбоку. Вот они, 11 петель. Остальные у нас остаются 33 петли. Вот. И я сейчас вяжу 15 петель уже полупатентной резинкой. На основные спицы я перешла. Вот. И теперь вяжу 33 петли. И далее резинку. Распределяю петли. И еще у нас будут добавление петель, но это не сейчас. Сейчас мы распределяем петли и вяжем по узору вверх в круговую, естественно, уже основными спицами. Вот только здесь я применила чуть потоньше спицы для резинки на рукаве. И возможно, вот, кстати, я вначале сказала, что я не меняю спицы, это не меняю в основной детали, а тут до меня дошло, что все-таки я же меняю. Так, раз, два, 3, 4, 5, еще 3 петли. Ну да, 33 здесь у меня, 30 и 3 петли. Значит, 33 петли у нас полупатентной резинкой, и далее у нас идет узор. И все, и я вяжу вверх. Далее разберемся. Так, 9 петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и изнаночная петля. Все,
Петли мы распределили и вяжем вверх. Так, теперь смотрите, наше добавление, девчонки, у нас 33 петли, это значит, что 16 должно остаться с этой стороны, 16 с этой, и 3, 1 петля по центру. Что мы делаем? Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Восемь, да, кажется. Раз, два, три, четыре. 7, 8. Вот. И вот она, центральная наша петля. Здесь у нас 16, здесь у нас 16, здесь у нас коса, а вот здесь вот центральная петля, как бы половинка. Давайте покажу здесь. Вот она. Видите? Вот так вот. То есть внутренний шов, так называемый, которого у нас нет. Добавлять мы будем таким вот образом, основываясь на одну петлю центральную, добавляем 2 петли. Лицевая, накид, лицевая. Вот. Теперь вяжем по узору. Эти потом 3 петли ввязываем в узор. У нас получится, что один раз мы добавим, у нас расходятся 2 лицевые, когда вяжем в узор, по центру получается изнаночная. Далее мы 3 следующий раз вывязываем из изнаночной. Значит, добавление вот эти вот мы делаем через 8 рядов в 9. Добавление мы делаем через 8 вот этих вот рядов, как бы пары рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот из 8 я сделала добавление. Да, вот это вот как бы... Тут всего-то тут 16 рядов по сути, потому что у нас вот эти петельки двойные. Но я считаю вот так вот по двойным, 8 вот этих вот двойных петель. Вот. И вяжем вверх вот таким вот образом, добавляя. Если это изнаночная, то вот, вот так вот добавляется изнаночная, накид и вторая изнаночная. Если лицевая, то так, как я только что показала. И вяжем вверх, делая добавление. Так, итак, девчонки, что по рукаву? Всего у меня здесь 108 рядов в высоту. Без резинки, я имею в виду вот здесь вот 108 рядов и 5 добавлений. И вот сейчас у меня 2 рукава, вот они, и основная деталь, основная деталь. И сейчас мы будем, девчоночки мои, собирать это все дело. Нам нужно вернуться на ту схему, с которой мы начинали. Вот она. Значит, здесь у нас пышные резинки 121 петля, и нам, вот я уже обозначила, потому что я посчитала, 65 нужно отделить на спинку. Значит, я сейчас считаю, потому что у нас здесь сокращение, значит, вот от вот этой вот петли считаю, или с этой петлей, значит, с этой считаю 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40. Итак, у меня здесь, 87 петель, минус 65, 2, 22. То есть здесь по 11 петель у меня вот это отступить нужно. Это идет переднюю деталь. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Это середина. Ой, 11, чё ж я? 11-ю вот помечаем, среднюю. Так, и здесь делаем то же самое. Отсюда. 1, 2, 3, 4, 5. И 11-ю лицевую помечаем. Так, и здесь у нас должно по центру остаться 65 петель. Проверяем сейчас.
Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Вот они две. 65 петель. Все правильно. Так, 65 петель здесь по центру, то есть спинка по одной отмечена, и тут по 10 петель. Теперь нам нужно присоединить рукава. Что у нас тут? Тут у нас видно, вот она, средняя петля. Да? Мы будем делать подрез, основываясь на вот этой вот средней петле. Здесь и здесь видно. Она у нас изнаночная. Теперь я провяжу вот эту переднюю деталь и приближусь к первому маркеру. Ой, у меня здесь не те спицы, мне нужно поменять спицы. Я забыла, что я их поставила просто для, ну, чтобы держалась, чтобы хранилось. Я чувствую, что-то слишком туго. Вот мои спицы, которыми я вязала, я их здесь и поставлю сейчас. Так, вот доходим мы до маркера, девчонки, не доходим, 2 петли до маркера. Подрез у нас будет из 5 петель. Здесь что мы делаем? Здесь мы тоже отделяем эти 5 петель. Вот она, центральная, изнаночная. Здесь я просто провяжу вот таким вот образом, продвинусь сюда, потому что здесь нам нужно их закрыть. Вот они, мои 5 петель на рукаве, и я их присоединяю сюда лицевыми сторонами, и вот этой нитью от рукава я сейчас их сошью. Крючочком мы 5 петель сшиваем. Так, наговорила, ничего не сняла, девчонки. Сейчас я во втором рукаве вам покажу, что ж такое. Вечная моя проблема. В общем, я закрыла вот эти вот 5 петель подреза. И здесь вяжу петли рукава. Сейчас я вам все подробно покажу на втором подрезе. Так, вот я провязала петли рукава. Одни спицы у меня освободились. Теперь вяжу петли спинки. Здесь подтягиваем, чтобы все равно дырочки придется подтянуть иголочкой, потому что вязка рыхлая, и там получаются дырочки небольшие. Так, мы приближаемся ко второму рукаву, вернее, к второй пройме. И здесь попытаюсь подробно. Значит, вот она, наша центральная петля. Берем ее и две петли, по две петли с каждой стороны. То же самое. Мы делаем на рукаве. Вот наша центральная изнаночная петля. Я еще провяжу 2 ее и 2. Вот центральная и изнаночная, и по 2 от нее. Теперь мы их складываем лицевыми сторонами вовнутрь и сшиваем. То есть соединяем между собой вот этой нитью от рукава. Вот
берем петлю одну с одной спицы, другую с другой, и вот таким образом сшиваем их. 2, 3, 4 и 5. Я там не оставила побольше ниточку на том рукаве, здесь оставлю, чтобы потом дырочки там, я уже вижу, что они будут, потому что вязка очень рыхлая, и поэтому образовываются дырки на стыках, но это не страшно. Теперь вяжу петли рукава. Так, и вот здесь вот, девчонки, все-таки у нас так получается, у меня начало ряда было здесь, так и получается, что вот эти вот кусочки, они наоборот, вот ничего не поделать. Видите, здесь лицевая, не знаю, ну, в общем, смотреть надо, смотреть по узору. Это ничему не мешает, просто не запутаться, девчонки. Но я думаю, уже к этому моменту вы уже визуально видите, какую петлю вам нужно провязать подряд. Поэтому думаю, что это не такая уж большая проблема. Все, я петли рукава провязала. Вот получается у нас, сейчас уберу эти спицы. Получается вот так вот у нас. Сейчас можно вот эту ниточку сюда привязать, подтянуть. Вот сейчас я вам все покажу. Значит, вот наш два подреза. Вот так вот, два подреза. И все петли рукав и тушка. Теперь нам нужно определить реглан и вязать в круговую, при этом выполняя реглан. Вот сейчас я со следующего ряда я начну это делать, ну, вернее, вот здесь я присоединяюсь, а далее я начну это делать. Так, я вяжу до следующего стыка рукава и полочки, ну и передние детали. Так, теперь смотрите, мы подходим к этому стыку. И у нас, вот я провязала петлю, этого делать не надо было. Теперь вывязываем классический реглан. Для реглана мы возьмем по одной петли с рукава и с передней детали везде. Вот на каждом стыке две петли мы будем делать, как бы из нее две лицевые регланные линии. Перед ней провязываем две петли вместе изнаночной, две петли лицевые регланная линия, и после нее тоже две петли вместе изнаночной. Эти сокращения мы будем делать через ряд, ну, как классический реглан. То есть один ряд мы провязываем по узору просто, во второй ряд мы делаем эту регланную линию. Вот точно так же не забываем здесь выполнять узор, то есть мы продвигаемся все-таки к регланной линии. Там у нас узор скоро закончится, скоро он будет уже. Так, здесь то же самое. Смотрим, вот они будут, наши две лицевые. Вот две последние петли. Перед ними провязываю две петли вместе изнаночной. Далее две лицевые и две петли вместе изнаночной после двух лицевых. Все, вторая регланная линия. Так, здесь опять же я провязала то, что не нужно было провязать. Значит, то же самое, две изнаночные
вместе, то есть сокращение регланное. Одна петля в регланную линию идет с основной детали, одна с рукава, и две петли вместе изнаночной. Вяжем рукав по узору. Это третья наша регланная линия. И четвертая регланная линия вот на последнем стыке. 2 вместе изнаночной, 1 лицевая с рукава, 1 с передней детали и 2 вместе изнаночной. И все. В общем, вот эти 4 регланные линии на стыках рукава и основной детали мы продолжаем вывязывать. Сейчас один круг я вяжу без изменений, далее снова делаю эти 2 лицевые, я вяжу по узору, они у нас и идут 2 лицевые, а сокращение делаю через ряд. Один ряд просто без изменений по узору, второй ряд делаю сокращение. Так, и теперь тот момент, как о котором я говорила. Значит, давайте покажу вам. Здесь у нас все идет по плану сзади. Вот две регланные линии у нас, и спереди то же самое. Вперед у нас перед вперед. Такой самый такой сложный момент. Смотрим. Значит, у нас уже вот эта вот коса подошла к регланной линии, но здесь, как я говорила, мы еще будем делать добавления, поэтому убавления у нас куда придутся, там их и делаем, девчонки, но мы их делаем. Еще один очень важный нюанс. На этом моменте вы просто это видео должны заездить, потому что ошибка здесь будет стоить испорченной вещи. Значит, когда только мы, вот сейчас я подошла, смотрите, регланная линия у меня здесь, у меня вот эта вот регланная линия, 2 лицевые. Это сокращение у нас уходит в реглан. Здесь у меня снова нужно добавить как бы петлю. Я делаю сокращение, вот так вот провязываю 2 лицевые. Это сокращение относится к этому добавлению. А вот здесь вот коса уже как бы и не получается, потому что у нас сокращение. Делаем только половину косы. Ну, в общем, смотрим по ситуации. У вас просто могут как бы ряды не совпасть, здесь у вас не будет косы там, допустим. Но что мы еще делаем? Пока мы находимся здесь у косы, у нас еще один очень важный нюанс. Вот здесь вот еще раз повторюсь, здесь я сейчас я сделаю добавление и просто разложу по полочкам, что у нас происходит. Значит, вот добавление, к нему относится вот это вот убавление, эта пара. Вот это две вместе относится к реглану. И по сути нам как бы то же самое будет с этой стороны, я уже не буду показывать, я просто объясняю на одной половинке. То есть по сути у нас здесь два убавления и одно добавление. Но в следующем ряду, казалось бы, нам нужно вязать просто ряд по узору, но нет. Именно в косе, именно на этом участке у нас другая плотность вязания. Поэтому на этом участке вот это регланное убавление мы делаем в каждом ряду, пока у нас не закончится эта коса. То есть в следующем ряду я делаю после двух лицевых 2 вместе. Не делаю вот это добавление убавления, но вот это, которое относится к реглану, я делаю в каждом ряду, пока не закончатся петли косы. Так, вот и в конце, смотрите, когда уже коса у нас закончена, смотрите, я провязала регланная линия 2 вместе, и теперь мне нужно сделать последнее добавление вот здесь вот. Я провязываю вот изнаночная и следующая лицевая вместе. Это последний раз мы это делаем. Так, здесь у меня это я распускала, чтобы вспомнила, что вам нужно показать. Ой, здесь лицевая. Так, и вот здесь вот мы делаем последнее добавление, больше мы их делать не будем, мы будем вязать нормальный реглан через ряд, потому что здесь у нас полупатентная, ну, пышная резинка, да, вот последние наши два добавления, последнее наше убавление, и здесь последнее добавление.
Все, далее мы вяжем классический реглан. Вот так вот у нас это выглядит. Мы прекрасно вписали эту косу, и все у нас ложится прекрасно. Вот, вот она у нас наискось пошла. И теперь мы вяжем только вот эту пышную резинку и по центру косичку. Так, и последний наш штрих, девчонки. Смотрите, вот я довязала до горловины, я не знаю, посчитать, наверное, сколько. Так вот это выглядит, тут, конечно, придется прихватывать, но это не самое страшное, потому что рыхлая вязка, видите. Так, и теперь, мои хорошие, теперь наш росток. Вы знаете, проще его, конечно, вязать снизу, чем сверху, так что это такой упрощенный вариант. Сверху, конечно, с расчетами там сложнее. Вот, а снизу уже как ложится. Значит, что мы делаем? Сейчас мы будем вязать поворотными рядами. Это значит, что мы будем провязывать лицевую. Вот даже не знаю, там, по-моему, у меня будет где-то. А тут у нас уже на рукаве, кстати, только-только-только. Уже и косы-то нету. У нас там не осталось петель. Сейчас я вам все покажу. До рукава дойдем. Вот, кстати, ориентир. Ой. Получается, тут... Вот здесь, вот видите, там, где косичка, у меня уже только 2 изнаночные петли осталось. То есть, когда уже нет вот этих дополнительных петель, вот тогда и делайте этот росток. Так, так как у меня, вот видите, у меня получается так, что сейчас у меня я не делаю добавления, но уже буду делать росток. Если у вас так, то есть, сокращение. То есть у меня сокращения будут идти по изнаночке. Если у вас сейчас, допустим, в этом ряду сокращения, то это прекрасно. То есть изнанку вы провязываете без изменений. Я же буду на изнанке делать сокращения. Ну, а здесь у меня не совпадает узор. Да. Видите, вот это плохо. Ну хорошо, я просто, видите, у меня здесь узор шел нормально, а здесь у меня начинается следующий ряд, поэтому узор у меня здесь изнаночная под ряд. Вот если у вас такое будет, даже и хорошо, что у меня так получилось, если у вас так получится, то придется приспосабливаться. Значит, одну петлю я не довязываю до косы, вернее, две, одна изнаночная, одна петля основного как бы вязания, и поворачиваю работу на изнанку. Теперь делаю воздушную петлю таким вот образом, захватываю, смотрите, основную нить и вяжу изнаночный ряд. Вот здесь вот у меня получается по узору, девчонки, вот смотрите внимательно, потому что оно получается не совпадает. Ну что же делать. Так, здесь у меня сокращения, которые я делаю лицевой. Лицевой, здесь коса у нас. Тут мы ничего не меняем. Здесь сокращения. То есть вот это наша регланная линия, видите, я сейчас сокращение, мне пришлось так, что мне приходится делать в изнаночном ряду. У вас же будет. Как у вас получится. Ну, я думаю, точно так же и получится. Ну, хотя, возможно, и нет. Возможно, на один ряд будет не сходство, то, возможно, вам повезет больше, чем мне, и это будет в лицевом ряду. Ну и если даже в изнаночном, то это не так уж и страшно. Так,
сокращения не забываем. Так, здесь уже мы на передние детали, здесь точно так же мы ровно столько же не довязываем до косы, то есть 2 петли. Вот она, одна. Так, вот довязала я до передней детали, точно так же поворачиваюсь, не довязала 2 петли до косы. И вяжу теперь лицевой ряд. Воздушную петлю сделала. Здесь уже в регланной линии не делаю сокращения. Вот так вот безобразно у меня получилось. Ну да что делать? Надо приспосабливаться. Так, забыла сказать, вот здесь вот ориентировочно, вот когда, чтобы вы понимали, когда начинать делать вот этот росток. Значит, здесь у меня было 25 петель на спинке. По боковушкам у нас мы приблизились, я вам показывала, на 2 петли до косы. Вот и по передней детали у меня больше петель. Раз, два, три, четыре. 5, 10, 22, 2. И по передней детали была 31 петля. Вот так вот ориентировочно изначально. Так, теперь следующий ряд. Мы следующий ряд вяжем, это я отклонилась. Значит, здесь я не довязываю 2 петли до вот этой вот дырки. Вот эта воздушная петля не считается. Но, по сути, давайте будем ее считать. То есть 3 петли, вот на спице должно быть 3 петли. И я поворачиваюсь. И вяжу изнаночный ряд. Все точно по плану. И в изнаночном ряду, помните, да, у меня сокращение. И вот так вот я вяжу, девчонки, по 3 раза, по 3 петли оставляю каждый раз. То есть в конце каждого ряда я до дырки не довязываю, вот у меня дырка, я не довяжу 3 петли до нее. Потом вернусь, здесь уже не довяжу 3 петли сюда. Вот. Так продолжаем. Так, смотрите, что по итогу у меня получилось, девчонки. У меня вот здесь вот 2 раза, то есть 3 дырки с одной стороны. И точно так же 3 дырки, 1, 2, 3 с другой стороны. Сейчас мне это все нужно соединить и закрыть. Вы знаете, я зря, можно было бы это, конечно, делать, потому что я сейчас объясню. Можно было это делать, как бы... просто закрывать петли незаконченными рядами, но я, в общем, хотела вязать цельновязанную горловину. Видите, я произвольно закрываю эти петли, то есть я соединяю воздушную петлю со следующей петлей. Чуть разволновалась, вот, потому что планировала одну, а вязать буду совсем другой. Ну, это в принципе не так страшно. Значит, при соединении я сейчас вяжу один круг, даже не круг, вот этот низ, где у нас эти незаконченные ряды, я провяжу, соединяя воздушную петлю со следующей петлей по узору. Здесь, кстати, уже я просто лицевыми петлями вяжу. Вот видите, по узору. Не надо нам по узору. То есть здесь воздушная петля со следующей петлей. Здесь в обратном направлении по-другому. И закрою наоборот. Сначала петля. Вот смотрите, сначала петля из основного вязания, а потом воздушная петля. Я их провязываю вместе, тем самым закрывая дырку от соединения вот этих вот незаконченных рядов. И что я сделаю? Я закрою все петли. Вот я все мудрила. И я решила взять тоньше спицы, закрыть петли, набрать отдельно петли по окружности и тонкими спицами связать двойную горловину, потому что я не вижу, будет сильно рыхло и так непонятно,
и неаккуратно, как по мне. Вот. Поэтому вот решила сделать так горловину. Вы можете, конечно, вот на этом остановиться и уже вязать горловину, да? Но мне что-то показалось, что если я сейчас начну вязать резинкой 1 на 1, сильно мало петель, и оно сильно стянется. Мне нужно добавить петель, то есть компенсировать этот контраст вот этой вот пышной резинки и резинки 1 на 1. Поэтому я сейчас закрываю все петли, беру тонкие спицы и набираю отдельно, ну, то есть добираю петли, не, их, соответственно, будет больше. Давайте я вам сейчас посчитаю ориентировочно, сколько у меня здесь. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 66 петель у меня. И вот сейчас посмотрим, я их закрою и наберу петли дополнительные. Посмотрим, сколько. Так, вот я закрыла петли, девчонки. Так, что хотела вам измерить ширину, тоже ориентировочно, чтобы вы понимали, в какой стадии мы сейчас находимся. 21 сантиметр, но это же еще плюс обработка ВТО. Эта пряжа потянется, она размягчится и потянется. И я сейчас меняю спицы. Снимаю эти и меняю на тонкие. И буду вязать троечкой. Нормальную резинку. Вот сейчас наберу, как мне визуально. Скажу вам, сколько петель я набрала. Вот. Вот смотрите, что у меня здесь. Ой. Так, беру спицы 3 миллиметра. Ссылку на спицы, на эти, я вам оставляю, теперь буду оставлять всегда в инфобоксе, будет ссылка на вот эти вот спицы, которыми я вяжу, они с AliExpress, я почти год ими пользуюсь, и я довольна, поэтому вопросы всегда под каждым видео, обязательно кто-то спросит про спицы, поэтому я оставляю. Так, здесь я вот так вот сделаю узелочек, и хорошо, нить не буду привязывать, я просто начинаю набирать петли, прям чуть-чуть ниже, чтобы минимализировать образование дырок. Вот так вот визуально буду смотреть, то есть чтобы они, ну вот видно, да, вот даже если измерить в миллиметрах или в сантиметрах. Вот. 4 петли приблизительно в 2 сантиметрах, но это же еще стянется, да, резинкой, ну, где-то так, эту не считаем, она убежала. Так, значит, 5 петель у меня в 3 сантиметрах приблизительно, это так ориентировочно, чтобы вы ориентировались на, как бы, на частоту этих петель. Я всегда вот так вот беру, смотрю, они на одинаковом расстоянии, вот и хорошо. Здесь не в каждом дую петлю. Ну, в общем, смотрите, вот визуально. Тут сейчас я просто наберу и вам скажу, сколько я набрала, и вы будете по этому числу ориентироваться. Так, набрала я 86 петель. Было 66, стало 86. На 20 петель больше. Вот, что хочу отметить, девчонки, вот здесь, вот в этих местах я набирала один к одному, понятное дело, и здесь в косе, а здесь вот примерно в 2 раза я увеличила, как бы, то есть из одной петли примерно на одну петлю 2 петельки я набирала. Вот примерно, как бы, расчет такой вам ориентировочный, да, как набирать эти петли. В общем, 86 у меня петель. Я вяжу один ряд изнаночными петлями и далее перехожу на резинку 1 на 1. А потом, как будет мне нравиться, потом вам скажу, сколько я провязала. Так, смотрите, сколько я провязала. Достаточно много, но мы будем подворачивать. Тут уже на ваше усмотрение подгибку. Это уже можно, как бы, в одну, ну,
одиночный воротничок связать. Не обязательно подгибать, так как делаю я. Значит, у меня 8 сантиметров. То есть, если я подогну, у меня будет горловинка 4 сантиметра. И закрывать петли я не буду, я просто подошью. Вот ниточку я продела в иглу, вот так вот отворачивая наизнанку, и вот цепляя вот этот вот, видите, здесь мы набирали петли, цеплять я буду сюда, под вот этот вот рубец, чтобы все было максимально аккуратно. И вот совмещаем, видите, вот эти вот как бы лицевые совмещаем, чтобы не было перекоса, и равномерно подшиваем. Так, два раза я буду прошивать каждую петельку. Вот я ее прошила и сняла. Нужно снять сразу. Наверное, так будет проще. Так, и так далее. И так далее. Продолжаю, подшиваю. Видите? Чтобы горловинка у нас была подвернута. Так, девчонки, последний штрих. Вот мой джемперочек не влезает в телефон. Я сейчас, к сожалению, телефоном снимаю. Вот, я постирала, разложила, высушила. Узор встал на место. Девчонки, все стало, чуть-чуть подровняла, спинку подтянула. Вот, пряжа распушилась, уравновесилась. Все мне очень нравится, как он выглядит и как это все получилось. Да, я хотела вам... Длина по передней детали 68 сантиметров. Длина рукава от горловины 78 сантиметров. Но это от горловины. Так что смотрите, SML смело можете вязать такой себе универсальный оверсайз джемперочек. Очень уютный, и пряжа я довольна выбором. Не знаю, как носится, пишите отзывы, кто пользовался, кто несколько лет уже пользуется, носит вещи это, из этой пряжи. Пишите отзывы, они и мне полезны, и девчонкам полезны, всем полезны, девчоночки. Вот такой вот джемперочек у меня сегодня. Я думаю, он вам понравится, потому что это под куртку, под пальто, универсальная вещь, под лосинчики, узкие джинсы, на зиму вообще совершенно идеальная нужная вещь. Вот, можно связать горловину хомутом, тоже не вопрос. Все, девчоночки, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.